основа любого бизнеса – это труд. Если лежишь на диване и ждешь чудес, что в один прекрасный момент что-то произойдет, этого не произойдет. Мы не в сказке про Ивана Дурачка. То есть, если хочешь чего-то добиться, если хочешь успеха, нужно обязательно вставать и что-то делать. Это когда человек занят своим делом, вот он тогда счастлив, и тогда он успешен. Потому что невозможно заниматься бизнесом, не любя то, что ты продаешь, производишь, создаешь. Но невозможно. Так не бывает. Если тобой движет страх неудачи, лучше не начинать даже что-то делать. То есть страх – это тот самый главный блокиратор тех мотиваций и тех желаний. Если человек не уверен в себе, не уверен в своем проекте, не уверен в своем будущем, страх обязательно вот это чувство перевесит. Поэтому я наоборот, я глушу страх вот этой уверенностью в себе, в завтрашнем дне, в своей команде, в своих мастерах. Ты волен делать все то, что тебе хочется, ты свободный человек, но только что не противоречит твоим морально-этическим качествам. Поэтому я всегда, прежде чем что-то сделать, кому-то что-то ответить, я сначала всегда подумаю. То, что не противоречит вот морально-этическим качествам, моральным принципам, нравственным принципам, то и это можно все, да, делать по жизни, но напрямую это зависит именно от внутренней культуры, от воспитания, от... Ну, вообще, наверное, жизненных принципов.